И очень прикольный выход из голодания. Такого тоже никогда не было, хотя голодал много лет. И выход обычно тяжелый. Тяжело начать есть. А вот на без кисломолочки, на сыроедении очень легкий выход. С утра попил стакан воды, выпил, никаких не было в организме реакции на это. То есть как будто бы обычно, как обычно ешь. И вот сейчас сделал смузи. Яблочно-банановый свой любимый. И тоже ешь его, и ничего не включается, не выключается, как будто бы не было этих 1,5 суток сухого голода, как будто бы обычно ешь. Единственное, только вкус сильнее воспринимается, потому что организм голодный и больше хочется есть. Это интересно. Потому что сколько себя помню, и на вегетарианстве, и на сыроедении с кисломолочкой были все время тяжелые выходы. Какие-то такие сложные. Я бы не сказал тяжелые, но сложные.